Привет, меня зовут Юра, вы на моем канале. Пришло время испытать магнитолу Телепункин на улице, возле этого культурного центра Чулпан, где в прошлом году летом я проверял также Vox VX50, JBL Yonhana Compact и Roland Coupe 3TX. Теперь вот я буду проверять Телепункин. Тот же самый плеер, тот же самый трек. Та же самая предустановка Jet Audio на плеере. Плеер Vivo X5S на максимальной громкости. Трек Coffee Music. Я сделаю потом склейку с теми тремя усилителями. Напомню, выходная мощность заявленная производителем 30 Вт. Поехали. Максимальная обзор снимать. Это у нас культурный центр Чулпан. Шумно вокруг сегодня. Ролик идет, музыка идет 4 минуты, килограмм. Немножко ветер есть. Но вчера был, просто направление другое. Ролик 4 минуты длится. Мне достаточно это, чтобы здесь все показать, проверить, оценить качество звука, расстояние. Все те самые настройки, что были и на тех роликах с JBL и с Roland. А здесь уже слышно отражение от здания. Привет. Ветер сегодня в другом направлении. Справа дует.
короче, дошел я до сюда. Я хожу здесь. По сторонам кручу смартфон, чтобы было видно, как здесь происходит вообще. Как реагируют люди. Так. Ветра сегодня нет, поэтому можно уйти подальше. Люди вроде нормальные сидят. Все-таки эта магнитола потише звучит, чем Vox 50 Roland и JBL, тем более. Какой-то мужик идет там. Че ему надо? Подошел, смотрел дальше. Не глупый, наверное. Дальше едет. Далеко ушел. Направление ветра, сейчас он боковой ветер дует туда. Вчера я так далеко не выходил. Вчера и усилитель другой был, не такой мощный. Сегодня можно подальше отойти. До конца этого здания отойду. Длинный ролик как раз хватит. Я надеюсь, пока я тут хожу, никто там не подойдет. К аппаратуре не спиздит ее. Извиняюсь за мой французский. Короче, ладно, тут уже ветер пошел. Он будет мешать. Тем более он идет в обратную сторону. Пошел я уже обратно. Трек уж такой. Все, дошел до сюда. JBL тоже до сюда доходил. Трек такой уж поставил. Раз с теми тремя усилителями на этом треке проверил. Чтобы оценить, сравнить звук, надо то же самое. То же самый телефон, тот же самый плеер, тот же самый трек. То же самое место. Ну и также подписывайтесь на мой канал. Я буду всем рад. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Кому понравились такие идеи с сравнением усилителей на улице. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока.